выяснилось, что ролл из тунца, который нам очень понравился в прошлый раз, имеет вариацию в соусе терияки с черным перцем. То есть вариант поострее. Вкусно, вкуснее, чем утка, но не вкуснее, чем вот медово-лаймово. Она, кстати, не острая. Ну, вкусно, да, но медово-лаймово еще пока не переплюнут. Ну, вот здесь кунжут, тунец, стейк, водоросли, какая-то зеленюшка. И обжаренный, очень вкусный лаваш. Вот, цена счастья.